Всем привет! Лада Веста СВ Кросс. И сегодня свое мнение и впечатление о машине выскажет человек, приехавший из Европы. Здравствуй, Андрей. Тере. Расскажи нам, что ты? У минусы берряги. Бряги надо кинести керес. И не месяц бряги, что... Так, стоп. Давай-ка по-русски. Все равно никто ничего не поймет. Да, меня друг попросил, что скажи что-то на родном языке. Ну, не на родном, но на втором своем где-то живешь, чтобы люди... Давай отсюда начнем, да? Спереди. Хорошо, сделано. И это вставочку под металл. Это ж не металл? Нет, это пластик. Да, пластик. Но она, видишь, опять же, еще да. В пыли. Вот эта вот глянцевая штучка такая. Красивенько сделали. Большие колеса. Ну, да. Сюда уже больше, наверное, и не надо размера. Красивый, да, пластиковый обвес. В белом цвете машина смотрится очень красиво. Как а тебе это? Черные вставочки очень красиво смотрятся, что вот это все пластиковый обвес. Mm-hmm. Это очень как-то придает, по сравнению с простым универсалом, симпатичнее. Как тебе эта парящая крыша? Да, крыша красиво сделана. И очень интересно смотрится вот эта вставочка, разделили, да, черненькая, да, что это как будто акулий плавничок здесь, на крыше акулий плавничок. Блин, ты слова, очень слова этого Стива Мадина повторил. Да? Да. Блин, а кто это? Здрасте, это ж, который это дизайн все разрабатывает. Ну, может быть, я этим так не интересуюсь. Я как потребитель смотрю, нравится, не нравится. Ну, понятно. Видишь, брызговичков нету. Смотри сразу, бампер здесь грязный, и особенно спереди. Ну, очень просится. Ну, не знаю, на кросс-версии нужны ли эти брызговики. Видел, там стоит же в салоне этот. Там передний был. Там, да, передний есть, а тут нет. Линия, вот, что идет, эта линия и крышная линия, что очень много. Ну, в принципе, полная гармония. Дизайнеры молодцы, постарались, красиво сделали, да. Плавничок на месте в тему. И спойлер такой получился, как положение крыши, да? Ну, в принципе, да, чтобы стекло более оставалось грязным, чтобы этот поток воздуха. Ну тут видишь, дворничек предусмотрен. Он говорит, что это хлипенький. Я как бы согласен, так он у всех хлипенький, как бы ничего особенного. Да, он-то нужен. Как тебе вот это вот? Двойной выхлоп. Ну, да, типа. Круто. Типа. Прямо BMW. Ага. X5 почти. Ага. Датчик радара стоят. Кросс, типа, тут видишь все дела. Камера заднего вида. Круто. Просто непонятно, зачем эта камера и плюс парковочные датчики. Ну, удобнее считается, я не знаю. Круто. В принципе, это почти полная комплектация, может там из-за этого, что мультимедиа идет, а раз... Ну, в общем, твои впечатления какие? Мне понравилось. Понравилось? Да, красивенько. Еще бы прокатиться. Ну, сейчас пойдем попробуем, что там скажут. Все, всем пока. Веста, универсал. Мне, в принципе, все нравится. Здесь не самая дорогая версия, потому что здесь, видишь, такое, вижу, да. Это обычное. Радио. Ну, по сравнению, помнишь, мы смотрели с тобой Шкоду Рапид, где еще меньше был дисплей, где дисплей был размером, вот как эта центральная клавиша. В принципе, ну, ты, усесться ты можно. Удобно уселся? Не совсем, сейчас. А, кстати, и регулировка по высоте. Рост, это у тебя какой? 185. Вот потом сядешь сам за собой, мы посмотрим. Да, смотрим сам за собой. Видишь, здесь изменения какие. Подогрев сидений есть. Нет, трехступенчатый стал. Ага. То раньше типа включил и жарит, а теперь можно как бы выбрать. И ну, теперь хорошо. Еще здесь вот отдельная кнопка обогрева лобового. Да. Очень говорят, люди удобно. Вот тут микролифт, не знаю, есть или нет. Смотрим. Да, есть. Ага, спиральки тоже видны. Тут видишь, это мягеньким сделали, типа подстаканник, монетница, ну такое. Вроде мелочь. Как это, да, приятно. Вот, ну, по сути, здесь... А, и теперь где это мультимедиа, там сделали этот динамическую разметку. То есть рулем поворачиваешь, ага, и... Во. Вот так бы ты поехал. Ну, конечно.
с моим ростом. Ну, чтобы руки можно было более-менее положить. Ну, понял. Хватом. Вот сейчас же хотят вместо робота еще, вернее, как, не только вместо, а вот будет робот, обычная ручка, и хотят еще поставить вариатор. Или автомат. Вот такое дело. Здесь теперь подлокотник, здесь в этой версии он такой тряпочный. Ну, ничего страшного, у меня тоже тряпочный. В Кашкае, да? Да, допустим. Хотя тоже ругают. Ну да, затирается, если голой рукой, то кожа оставляет следы здесь. И... А у тебя в Кашкае он двигается, нет? Нет. О, видите. Но он два раза шире, конечно, чуть больше вперед, он более... Ну, и тут более-менее удобно руку класть. Ну, вы все зафиксировали, да, что в Кашкае тоже тряпочный раз, и тоже он туда-сюда ну, и тоже не двигается. Все ругают. Вот. Ну, это дешево зато. Ну, так вот. Тут же всегда вопрос цены. Всегда же можно и натуральную кожу поставить, так это сколько будет стоить. Да, видишь еще теперь этот, как тебе, ну, как бы разметку чуть-чуть сделали, другую цифру чуть-чуть. И эти, видишь, такой стал кружок, пунктир, это оранжевый, вокруг цифр. Вижу, тахометри. Вот так. В этих, в более дорогих версиях здесь стал хром. Вот тут тоже типа под хром что-то такие вещи стали. И ручки глянцевые. Ну, ручки глянцевые я не знаю, это стоит. Так, ну вот что-то здесь больше что? Пойдем назад. Подожди, передние ручки разные у пассажира, у водителя. Ну, просто вот этой штуки вот да. Нету у водителя. Ну, не знаю, так посчитали. А, здесь же сделали эти стеклоподъемники, смотри, блок. Угу. Из-за этого ручку бы, если бы она бы перекрыла так, все. Ну, сюда они тоже так, еще тогда мы с тобой были, там просто, может, и внимания не обратил. Так. Ну, здесь еще очищник, смотрю, он есть этот. Ну, вот единственное, что замечание, да, вот тут тоже могли бы. Ну, лучше бы тряпочку сделали, чем такой пластик дубовый. Где? Ну, вот этот пластик. Угу. Ну, ты, по идее, закрыл дверь. Куда у тебя локоть идет? На него. Ну, а. если сейчас ты в одежде, это только... Ну, в одежде нормально, летом, да. Ну, летом. Про лето. Что? И тут же мы говорим, что будет пачкаться только летом, вот этой голой рукой кожа. Ну, задний так, ряд? Для этого... Вот тут ценового класса очень. А, тут очень... мы смотрели. Ну, конечно, дубоватенько. Да, это уже. Пойдем на задний ряд. Да. Сам за собой садишься, да? Получается? Да, сам за собой. 185 сантиметров. Ну. И... покажи, сколько очень, у тебя. Очень-очень-очень прилично. Практически ну, не ладошка, но сидишь. Очень хорошо. А над головой? Над головой тоже все хорошо. И ноги помещаются туда, залазят под сиденье. Все, все грамотно. Видишь, сейчас нету более дорогой версии. Здесь получается две кнопки подогрев сидений. Uh-huh. И здесь еще посередине это разъем USB для подзарядки. Uh-huh. И тут еще, видишь, у нас розеточка. 12, ого. Розеточка. Сейчас еще багажник посмотрим. Не, вот. Ну, для этого размера сидеть очень-очень. Да, вот. Ледовская подсветка. Да. Круто. Не, ну в принципе. И спереди тоже. Да. Ну да. Только единственное говорят, что вот она как-то смотрится инородно, типа она, ну, как бы вот так торчит. Что поэтому. Ну как сделали, так сделали. Лучше так, чем вообще никак. Ну, в общем. Как бы да. Кармашки здесь в двух. Ну, этих. Это уже когда ехать много народу. Нет, просто есть у некоторых только один кармашек, здесь кармашка два. Вот. Ну, еще пока как бы все ругают, что типа вот нету здесь никакой емкости для... А. Что на это скажешь? Ну, не знаю, мы ездим чаще вдвоем, поэтому нам... Ну, в Солярис к этому три года шел, так что увес-то еще год впереди. Конечно, впереди. Всегда надо что-то добавить. Да. Надо всегда ставить место для улучшения. Ну, чтобы рестайл, типа... Если делаешь сразу очень супер хорошо, ага. Что потом улучшить? Так, давай-ка еще, что там ты сразу сказал по поводу этого датчика? Ну-ка. Датчик бери мне. Давай, выходи туда и покажем. И потом пойдем смотреть багажник. Что ты говоришь тут? Ну, в принципе, если вот садить... Ну, вообще-то не заденешь, наверное. Ну, что? Ну... Нормально здесь, получается. Ну, да, я боялся, что больше задеть можно. Угу. Все, сейчас идем смотреть багаж. Давай. Ну давай, рассказывай. Смотри. Так, ну что, шторочка. Антивандальная. Почему говорят, что она антивандальная?
знаю. А что такое антивандальное? Ладно, проехали дальше. Без понятия. Ну, сеточки. Тут ремешочек, что там можно фиксировать. Омывайку все там поставил, да, зафиксировал. Да. 5-литровый. Органайзер. Это все вытаскивается. Ну, понятно. Тут еще, смотри, запаска. Это катка или запаска? Ну, она как... Она размерная? Это 15-й. 15 размер. Вот. Тут еще, видишь, розетка есть. Вот, всякие эти, вон. А, подсветка с двух сторон, тоже хорошо. Да, крючки для этих, для сетки. Ну, да. Вот тут еще, видишь, такая штука, хоп, потяной кармашек. Смотри, ага. Тут еще такой. Ну, можно людям туда сабвуфер поставить. Вон еще для лампочек есть, нормально. Вот когда вот с этим полом, вот эти спинки, вот мы кладем, получается практически ровный пол. Mm-hmm. Вот. Нет, и вот здесь, видишь, как бы место такое, вроде хотят сделать в следующем году, этот, нажимаешь кнопку и багажник закрывается. Вот нужно ли это здесь? Машина такой бюджетная. Такой цены нет, конечно. Машина бюджетная, я считаю, тоже не нужно. Тоже молодцы. Кто-то сказал, что даже можно типа это качаться, блин, раз, ну, с двумя руками. Ну, ребенку может быть. Нет, так, в принципе, все. Ну. А еще что понравилось, звук дверей закрывающихся. В принципе, бюджетные машины. Двери закрываются очень-очень. С таким приятным звуком. Смотрите, теперь закрываем лючок бензобака. Ага. Все, хрен теперь залезешь. Раз. Ну как-то мы запомнишь, вы двопили. Да, да. Все. Оп, все. Какое дело. Здесь. Видишь, какая. Замечание, почему с завода сразу не. А, передний брызговик стоит. Может там просто что идет этот пластик в обвес, это в кроссе, поэтому там нет. А. Ну а здесь почему заднего брызговика нет сразу? Так, давай посмотрим, что у нас тут за резина сразу, да? Вот у нас тут стоит обычный универсал. Да, Матадор. И размерность какая? 195-55R16, да? Тоже сзади идут дисковые тормоза. Вот. И смотри, как смотрятся эти арки, да? Мы же потом посмотрим. Ну тут да. Как-то... Для сравнения с этим. Госвокроссе, конечно, симпатичнее. Как тебе рейлинги? На крыше. Ну, они такие. Вижу. Не тоже здоровые такие, а... Ну, чтобы багажник крепить. Нормально, есть, да? Да, чтобы возможность есть поставить багажник, да, для небольшой машины очень хорошо. Нет, в принципе, все грамотно. Но если кросс смотрится интереснее. Давай цену посмотрим, если она есть. Вот, Веста, Лада Веста, СВ, исполнение комфорт. 1.8, 16 клапанов, 103 лошади. На роботе и получается 90, это где-то 12 тысяч. Нет, евро. Сейчас евро уже по 70, по моему, но 10 тысяч это будет 700. Ну, 11 500, 11 500 евро, да. Но. А рапид сколько у нас получается, там мы с тобой смотрели? Ну, дороже. Нет, спасибо. Ну, надо дороже. Так, ну, в общем, твое заключение какое? По сравнению с то, что раньше выпускалось, то это, конечно, огромный шаг вперед. Раньше это что? Большой. Ну, обычные Жигули, те же, как у вас, Гранта и все остальные. Классика ваша Жигулей. Это, конечно, шаг огромный. Так, я еще хочу мотор посмотреть. Открывай. Вон, внизу. Это 1.8 литра. Вон дальше туда. Сюда что? Ага. Ну так все красивенько, молодцы, крышечку поставили. Ну с 1.8 идет крышка, с 1.6 крышки нет. Ну, не критично. Ну, во всяком случае, вспомню, мы когда тестировали Peugeot 3008,
насколько там было некрасиво. Я как электрик, проводка, сразу смотрю, как сделана проводка. Насколько здесь молодцы, культурненько все. Все в этом жгутике. Не торчат провода. Ну да. А там, вспомню, была клемма, и сразу из нее провода торчали. Вот опять же говорят, что вот омывайка, неудобно заливать. Ну, как часто мы ее тут заливаем? Ну, 2 раза в год заливаешь. Ну, и я считаю, что ну, что-то около 5 вроде. Шумочка на капоте, видишь? Ну да. Вспомни, помнишь, на Пежо мы смотрели, какой был здоровый крюк вот такой высоты. Ну, вот. А вот тоже а типа... Вот этот, который торчит, который замок. Про этот ты говоришь? Да, да, да. Помню, там он был вот такой длины. Очень странно смотрелось. Так, щуп масло. Ну, конечно. Ну, нормально. Все можно. Красивенько. Закрывай. Ну, в общем, что? Приятные, молодцы, хорошо сделали. Прокатиться все, да? Да. Ну, все, всем пока.